Что такое задумчивый? Это финансовый отчет декларационной компании нашей республики. В двух словах, это список миллионеров. Тебя расстроило, что в списке нет твоего имени? Да не, но я вот о чем подумал. В нашей республике 2 человека миллиардера. 31 человек с доходом до 500 миллионов. 205 человек до 100 миллионов. 2247 человек до 10 миллионов. По минимальным подсчетам общая сумма 60 миллиардов. 2,5% из этой суммы это... 1,5 миллиарда? Отлично. А что это за 2,5%? Это сумма обязательного закята для нуждающихся, которую они должны выплатить. И это только официальные цифры. Точно. Я недавно на Авито заходил, там машина от 1 000 000 рублей. Почти 150 тысяч объявлений. Если умножить эту сумму на 10, можно смело еще один нолик добавить. Если бы каждый предприниматель-бизнесмен платили бы обязательный закят, то в нашей республике не будет нуждающихся.